Всем привет, с вами Каролина и добро пожаловать в новое видео. И сегодня мы с вами поговорим о группе Treasure и о том, как же изменились условия их проживания в компании YG Entertainment после их дебюта. Мы с вами посмотрим на все подробности. Точнее, я с вами поделюсь всеми подробностями, конечно же. Чтобы узнать самое интересное, оставайтесь со мной. Также я вас приглашаю в свои социальные сети и на свой второй канал, посвященный ментальному здоровью. А сейчас, конечно же, давайте перейдем к теме. Итак, откуда же взялась эта информация? Оттуда, что группа Treasure недавно появилась на одном из шоу, где зашла речь о том, как же они жили раньше и как так вышло, что сейчас у них есть отдельные комнаты. Группа довольно-таки большая по своему размеру. И как они сказали, так это то, что это в некотором смысле плата компании YG Entertainment за то, что они жили в ужаснейших условиях, когда были стажерами. Потому как им приходилось жить буквально в той ситуации, как некоторые живут, находясь в армии. То есть у них была комната, и в этой комнате жило 10 человек. Им было максимально дискомфортно, конечно же. Им не хотелось жить в таких условиях. И поэтому после дебюта они сразу же, как только зашел вопрос о том, что чего бы хотела группа, каких изменений, сказали, что они, пожалуй, заслуживают себе отдельные комнаты. Они больше не хотят жить вдесятером в одной комнате и спать на полу. И таким образом компания YG, посмотрев на всю ситуацию с данной группой, решила действительно выделить им эти самые отдельные комнаты, чтобы они чувствовали себя комфортнее и могли работать и отдыхать после работы в более подходящих условиях. Но при этом это довольно сильно шокировало других артистов компании YG Entertainment, просто потому что, чтобы получить хоть какое-то улучшение условий, им приходилось работать гораздо большее количество времени, а не получить эти улучшения сразу после дебюта. Но также, как сказали участники группы Treasure, так это то, что на самом деле у них есть много таких вещей, о которых они бы хотели попросить у компании, чтобы их жизнь стала чуточку лучше. Но они ожидают подходящих моментов, чтобы одобрение от компании было наиболее вероятным. То есть, да, они не пытаются вывалить на компанию все и сразу. Они хотят многого, но ожидают просто подходящего момента. Поэтому, что будет дальше с группой Treasure, мы, конечно же, увидим. Посмотрим. Очень даже интересно, какие изменения произойдут с ними еще. Но здесь главное, чтобы компания YG Entertainment просто не забила на них, как делают часто со своими другими группами. Потому что если они на них забьют, то логично, что никаких улучшений в их жизни и в их карьере не произойдет. Разве что они просто перейдут в какую-то другую компанию. Кто знает, кто знает. А что вы думаете обо всем этом? Конечно же, пишите в комментариях. Давайте там обо всем этом поговорим. И, конечно же, до встречи в следующих видео!